Вот такие заготовки у меня получились. Для их изготовления я использовал три разных уголка. Это и 25-й уголок, также 40-й уголок и 75-й уголок. В принципе, все то, что было под рукой. Можно использовать любой размер, который вам подходит. Сейчас же я проведу сварочные работы, и мы испытаем наш адаптер уже в деле. Вот такой вот классный адаптер получился у меня после того, как я его собрал и покрасил. Дополнительно я усилил вот эту вот часть, которая принимает на себя самую большую нагрузку. Для того, чтобы уголок не разгибался, сюда были вварены две шинки с обеих сторон. Также сюда были вварены косынки, в которые, соответственно, были вварены гайки М6 для фиксации нашего адаптера к тискам. Вот так это все выглядит. Ничего сложного в изготовлении нету. Все делается из отходов. Теперь давайте же мы установим наш адаптер на тиски и его испытаем. Устанавливаем наш адаптер. Сейчас мы согнем полоску металла толщиной 2 мм. Вот такой достаточно ровный угол под 90 градусов у нас получился. Также можно согнуть и в обратную сторону. И уже у нас готово вот такое вот изделие с достаточно ровными углами. Давайте еще что-нибудь согнем. Заготовки различной формы можно сделать при помощи данного приспособления. Так что если вам понравился данный листогиб, то ставим лайк, пишем комментарий, ну и конечно не забываем подписываться на наш канал. Ну а на сегодня это все, всем удачи, пока!